момента запуска первых двух диаметров мы обработали более 40 тысяч обращений. Организовать в переходах МЦД стенды – это вообще творческая потрясающая идея. Пространство для творчества уличных художников. Идея Алексея Проценко. Алексей, мы вас поздравляем. Надеемся, что вы будете участвовать также в дальнейшем в наших проектах. Спасибо большое всем, кто здесь есть из участников проекта. Я не буду, наверное, много говорить, но на самом деле я первый раз участвовал в подобном краудсорсинговом проекте как сотрудник Центральной пригородной пассажирской компании. И для меня было в определенном смысле удивлением то, что пришло так много идей. Как производители подвижного состава, как никто лучше понимаем, что для создания действительно качественного, удобного и удовлетворяющего все потребности и пассажиров, и операторов подвижного состава, нам необходима обратная связь. Я сразу решил, что это та возможность, когда можно донести свои, хотя и не профессиональные, но актуальные нужды до перевозчика, что, насколько я понимаю, и удалось.